Всем привет, дорогие друзья! С вами Кристиан Блэк, и это очередная серия энциклопедии по сталкеру. Вы готовы? Я да. А вот и мы. Да, на улице не погода. Но вороны летают в любую погоду. У нас много патронов. Четырехкратный прицел. Вот так. Я даже это с собой прихватил. Так, для разнообразия. Сейчас мы опять вернемся к тому месту. Ну, скорее, не именно к нему, а близко. Потому что я помню, что под одной из елок должна лежать СВД. Что не может не порадовать, верно? Для тех, кто не знает, что такое СВД. Снайперская винтовка, где... Драгунова. Да, Драгунова. Дягтярев — это наш герой, так что... На улице не погода, но... Как хорошо. Только посмотрите на это. Хоть какая-то тишина. Пережит выброс в два. Всего один день. Время в зоне. А уже сколько всего сделано. У нас даже есть 7 тысяч. В этой игре можно жить. Я жил больше 3 лет. И не жалею о том, что потратил на это время. Кажется, я ошибся с местом, где может лежать эта винтовка. Да, я только сейчас это осознал. Но в наших силах убежать. Ну-ка. Сталкеры. Ого, хороший. Сталкеры приведут нас в безопасное место за денежку. Давайте, пока не началась какая-нибудь катастрофа. Привет, брат! Мы сейчас занимаемся, нужно место провести. Стадоск, пошли. Ой, смотрите, платяшки, как мило. Но я не буду тратить на них время. Если мы будем готовиться к отъезду, ну, найдем СВД и здравствуй, сталкер. Как говорится... Вот анекдот. Так, лого необходимо уничтожить. Так и сделаю. Пока. Найдешь артефакты? Нужно уничтожить логово, и я это сделаю. Смотрите, Тремора нет. Тоже причастен к смерти сталкеров. Ну что, есть? Что у нас здесь? Товар все еще оставлять желать лучше. Конечно, можно было бы подождать со всем этим товаром немного, но не будем. Я мог подождать за тем, чтобы потом выручить просто больше, но нет. Иди, иди, нечего тебе тут делать. А какой у меня сейчас квест? А, найти логово, отравляющий газ. Где отравляющий газ, я знаю. Меня интересует вот этот вот парень. Он может вам доставить все что угодно, вплоть до экзоскелета. Экзоскелет это костюм, который самый лучший в игре. Так, давайте выгрузимся немножко. Так, мне уже не нужен дробовик, в принципе, поэтому освобождаемся от лишнего веса. Варвинок, радиопротектор, о, еще калашные патроны, да и граната мне в принципе не нужна.
Что еще? КПК шутника. Ах да, нам нужно в кавычках порадовать Кардана. Эх, Кардан, Кардан. Нашел КПК, взгляни. Вот оно, лицо человека, который потерял всех своих друзей. Я не злорадствую, честное слово. Перед тем, как отъехать, я хочу найти твой СВД. Все-таки хороший ствол, как ни крути. Как это мило, платяжка залагала. А вот это вот плохо. Одного бандита свалили, это хорошо. Так, стрельба еще не закончилась. Ну да ладно, подожди. Хавай! Опс. Странно, что я потратил две пули, а не одну. Ну, похоже, что именно поэтому он умер. Даже успел кого-то обшмонать. То, что все никак-то не научитесь. Своего товарища ты уже обыскал? Нет. Тем лучше для меня, что могу сказать. У него прям стандартный набор еды из сталкера. Привет, брат! Привет, брат. Так, лесничество. Это не совсем то место, куда бы я хотел попасть. Хотя тут тоже есть хороший дробовик, но мы не будем сейчас кликаться на это. А, что я хотел? Лесничество, станция переработки отходов. Блин, хватит. Из-за тебя я деньги потратил лишние. Лесопилка, да. По 700 рублей собрал. Жалко, деньги нельзя собирать. Ну да ладно, посмотрим, кому там сталкер идет. Ой, 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 ой. Зомбированные. Я что, выложил все патроны к СИПу? Какая оплошность с моей стороны. Отдадите 100 рублей за это. И еще 100 рублей. Нечего добро пропадать, я так мыслю. Молодец. Мысли. Мыслитель. Ах. Зачем я так хочу СВД? Спрашиваете вы, и зачем я трачу ваше время? Ну, время вы тратите сами, наблюдая за тем, как я играю. А СВД — это очень точное по определению снайперской винтовкой. Что-то меня видело сейчас. Кабан. А это что-то... Кровосос. Охотящийся на плоть. Нельзя упускать такого. Твою мать, он меня засосал. Не успел. А я успел. Твою... Обожаю лесопилку.
Вроде всех успокоил. Он еще кабан идет, но мне не до него. Все ради хорошей снайперки. Если бы я ее заказывал, то я бы потратил очень много денег. А так я ее просто сейчас найду. Секунду. Это не совсем СВД, но все равно приятно. Смотрите, у нас, что у нас тут калашников, подствольник к нему. И, ну, в общем, беру. Пока рано, но... Хотя давайте сделаем навес. Вот он такой вот, калашников. Что такое подствольник? Это подствольный гранатомет, который мы сейчас зарядим гранату. То есть, если что, мы просто берем, выстреливаем всю обойму, тут раз, переключаем, делаем небольшой навес и стреляем гранатой, которая летит дальше, чем бросок. Словом, приятно, приятно. Я даже как-то подзабыл или вообще не находил этот тайник. В его случае удобно бегать и искать что-нибудь такого рода. Выложим навес и продолжим искать нашу СВД. Ах да, точно. Я же хотел показать место. Вот здесь у нас лесопилка. Если по диагонали, если как-то вот идти вот так, то от этого камушка вот сюда. Как-то так. Или вот, видите этот путь, и от него можно вот так вот пройти к этому месту. Под елочкой. Двигаемся дальше. Подъем. Стоять. Это было вовсе не обязательно. А так, пополни свою статистику. Все-таки платежки такие милые, хрюкают. Пошли с зомби поговорим. Нет, я не ставлю с паузы после каждой стычки. Просто показываю вам, как с этими ребятами справляться. Отходим подальше. СВД я не нашел. Пока. Но с пустыми руками мы не уйдем. Уже не ушли. Угу. Это раз. Ладно. Готово. Вроде все считают это оружие неказистым, но оно довольно-таки неплохое в умелых руках. Если честно, я впервые его использую вот так вот, на постоянной основе. Привет. Две пули. Были бы бронебойные, была бы одна. Будем дальше искать СВД. Да, детка, я нашел ее. Я уже думал сдаваться, но я нашел ее. Запоминайте координаты, детишки. Я же говорил, что она рядом с лесопилкой. Вот от лесопилки по этой дороге вы ее найдете прямо вот здесь. Да, не очень близко, но и это самый ближайший ориентир. Все, хватит слов, мы забираем эту штуку. Да. Повреждения, ну очень хорошие. Да и точность. Хотите испытать ее, разве нет? Вы видите, какая у нее точность? Несколько секунд. Да, она максимальная. Это очень хорошее оружие, я очень рад, что нашел его. Только посмотрите на эту точность, когда мы бежим. О! А вот и наши первые посетители.
75 метров. Для винтореза это уже предел. Попадание. Хедшот. Четыре выстрела, и они готовы. Это при том, что... Ну... Вот этот вот. Чистый хед. Какое расстояние там до него? 73 метра. Для винтаря это было бы уже запредельно, и пуля уже начала бы, благодаря своей настильности, падать вперед. Смотрите, плоть собирается кушать мясо кабана. А нет, это кабан собирался кушать плоть. Как-то мило. Да-да, они едят друг друга. Приятного аппетита, плоть. Смотрите, она уже серьезно ранена. И они даже не знают, где мы. Это СВД. А если достать для нее хорошие патроны, то можно... А, это и есть хорошие патроны. Но СВД чисто против людей. Поэтому будем использовать ее против людей. Даже не против зомби. Зомби, они живучие. Кстати, а вот и они. Здорово же, правда? Очень советую эту винтовку. Винтарь тоже по-своему хорош. И я им тоже буду пользоваться. Буду ходячим арсеналом, если захотите. Но все-таки я сделал, что хотел. Теперь наш путь лежит на Затон. Пора выбираться отсюда. На окрестности Юпитера. Да, я оговорился, можете меня за это сжечь. О, а вот и мой билет отсюда. Кто у нас тут? Бандик. Бандит. Пацаны, выручайте! Да, именно так. Бегу, бегу. Ты видишь, как я бегу? Кореш, помоги! Не, я не кореш. Надо же. Получай, скотина. Возможно, еще не все. Вы сами понимаете, что сейчас произошло. Тихо! Еще немного подождем. Ладно, ладно, тихо, тихо. Эй, сталкер. Возможно, еще не все. Ладно, тогда я обыщу его, пока ты... Не расходиться, ждем! Эй, поговори со мной, пожалуйста. Тихо! Еще немного Хешка подождем. Неизвимый. А, я сейчас буду собирать трофеи. Своего товарища в первую очередь. А, нет. Тем лучше для меня, что я могу сказать. Так или иначе, это мой билет отсюда. Мне даже делать ничего не нужно было. Что? Любишь этот чейзер? Ай, просто поговори со мной. Просто поговори. Мне больше ничего не нужно. Только ты и я. Абакан! Нечего добро пропадать, я так мыслю. Неохота мне с тобой болтать. Да что ты говоришь? У него Абакан. Абакан. Абакан хороший ствол, но я ради него не буду убивать. Да твою дивизию! Пожалуйста, остановись! Я уже облутал его. Все. Да. Кстати, лучше всего торговать со сталкерами, чем... Ладно, ладно, я его облутаю ради тебя. Собирает все и тут же предлагает мне. Пожалуйста, остановись. Все. Не в настроении я нынче трепаться. Ты испытываешь мое терпение, женщина. С
То есть он явно избегает. Неохота мне с тобой болтать. Ладно, а так? Сначала оружие с рук прибери, тогда и разговор. Хорошо, тогда и разговор. Все, ты меня задолбал. Чем занимаешься? Складовск, поехали. Ах да, мы перегружены. Итак, за дробовик и пистолет, найденный на поле боя, мы купили билет до Складовска, то есть домой. Но мы с этим местом попрощаемся. Не навсегда, конечно, но процентов так 75 самого интересного я показал. Ах да, нам еще нужно квест, блин, закончить. Это будет уже позже. Здравствуй! Ну, привет. Он никуда не убежит. Ах да. Пока. Теперь продаем вещи и собираемся на складовик. Ну что? Нет, ничего нет. Ничего нового. Что теперь? Лут стал чуть-чуть получше. Всего 2000 за это? 2000. Тоже забирай, не жалко. Ну и Марту тоже можешь. Три детектора. Вот это можешь по дешевке забрать. Даже сталкеры. Сталкеры, вот с ними лучше торговать, конечно. Вот, держи тебе. Скряга. Ладно, все самое лучшее у нас будет. Всему свое время. Скоро он будет удивляться, откуда у нас такие хорошие стволы. Хотя СИП уже классный. Давай, давай, не задерживайся. Да заткнись ты. Сколько у нас денег? 10 тысяч. Время немного улучшится, а после этого собираем свои скромные пожитки. Если водка будешь. Ну, еще одна бутылка есть, если что. В руки не дрожали. Ага. Как это мило. Держи еще бутылку. Это чтобы работа спорилась. Пропустил эту интереснейшую анимацию. Полностью фуловый. Этот. Нужно восстановление здоровья. Переносимый вес плюс 10. Беру. А, что-то одно. Ох, этот выбор. Внимание, анекдот. Это серьезно, очень такой выбор. Потому что, с одной стороны, у меня бы медленно восстанавливалось здоровье, и не нужно было бы тратить медикаменты. А с другой стороны, все-таки вес. Давайте еще тогда вот так вот. Вообще-то очень хороший комбез. Что у нас здесь? Нет, калибра менять не буду, здесь у нас тоже фуловый. Ну и стоит 254 рубля починить вообще без базара. Вроде все. Калаш я возьму с собой. Или оставить здесь. Надо решаться. Беру с собой. Ну что за фигня? Беру с собой, я сказал. Вот это беру. Вот это беру. Так, запасы дроби беру. Патроны снайперские пригодятся. Это тоже. Отсюда патроны тоже выгребаем, особенно вот эти. Ты, у нас уже 1000 калашных. Вот это вот пригодится очень. Один ломтик мяса по квесту. Один вот этот по квесту. Еда нам нафиг не... Так, один прицел на всякий пожарный.
Радиопротектор нам не нужен. Пистолет. О, точно, пистолет. Вот так вот. Аптечек у нас, в принципе, много, но надо еще, наверное, взять. Лишними не будут. Что еще? Еще один антидот, да. Пару глушителей. Там наверняка будет, что на что ставить глушители. Будем в кислотах, аномалиях, так что еще вот этого. Геркулеса 2. Да, и одного достаточно, ладно. Сколько у нас патрон для... маловато. Хотя на первое время... Нормально. Надо же и здесь что-нибудь оставлять. А так у нас здесь, считайте, пистолеты, да. Ну, замена ПБшки, мой СИП. Как-то так. Знаете что, давайте оставим ТРС здесь. Так, возьмем вот этих вот пуль. Нет, наоборот, вот эти выложим, а бронебойные оставим. Макарыч нам точно не нужен. Вроде все, ЖК-нами я не пользуюсь, калашными. Калашных у нас достаточно. Всегда при этом. Мы готовы к отъезду. Так говорю, как будто больше не вернусь. Встречай нас, Яна. Попутного ветра. Ты со мной уже попрощался. Поехали. Станция Янов. Единственное безопасное место в окрестностях Юпитера. Здесь тебя и оставляю. Спасибо. Буду нужен? Ищи возле бара. Так ты здесь впервой? Угу. Я вот тоже недавно пришел. Азот меня зовут, будем знакомы. Я в технике разной копаюсь. Что хочешь, отремонтирую. Правда, с инструментами у меня пока туговато. Так если что под руку подвернется, тащи сюда сразу. А понадобится техническая помощь, так буду рад тебя видеть на нашей, на Долговской половине. Раньше на ней был всегда. Новая местность, новые люди. Плохо! О, как уже ненавижу тебя. Товары пока не особо блещут. Да и цены ты предлагаешь не самые лучшие, но это временно. Пакетова! Здравствуй, Стас! Слушаю тебя! Как надо контролёра. Господи, 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 все, уйдите, уйдите! Вот этот чувак офигенен. Сразу квест. Как дела? Квест, 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 квест. На обратном пути подхожу к личке. А там, ёшкин кот, контролёр тусит. И сваливать не собирается. Вот морока на ровном... Выкладываем это, выкладываем это, выкладываем это. А хабар-то забрать надо? Вот это нам пригодится. Сразу как-то прозреваю. Только патрон поменьше. Если закроюсь какой-нибудь железной байдой... Нам все эти его полы, зачем таскать лишнее? Ну и знать, что делаем. Вот так. Беру решетку металлическую, что рядом валялась. Вот это мы возьмем с собой и на охоту. Закрываясь, потихоньку бреду. Которая будет и уже в следующей серии. Выпас. Пока пробовала за мозги взять, пока кум ехал. Что же это я такой невнушаемый? Я уж поближе подошел. И пол отбой моему в башку-то и ввалил. И живучий же гад попался. Только я решетку отбросил, он мне по мозгам как так. Каст. Еда. Только я его прикладом. Еда. Сразу утихомирил. Это возьмем с собой. Нам нужно будет... Да, надо же. Даже Макарыча взял. И запас медикаментов. Оставляем с собой. Самый, так сказать, необходимый. Антидот. Энергетик. 32 килограмма. Что-то много. Ах да, у нас снайперская винтовка. Ладно. Этим и завершился наш поход на Янов. Поспим и пойдем на охоту на кровососов. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Надеюсь, вам понравилось.